Путін погрожує новою війною країнам НАТО, йому вже ніхто не йме віри. Кажуть, якось дрібнувато. А між тим наші партнери розмірковують бити чи не бити, дозволити чи не дозволити, і розставляють тут знаки пунктуації саме для себе, насамперед стираючи червоні лінії. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова, мене звати, зі мною Борис Тізенгаузен, політехнолог. Борисе, привіт, рада бачити, слава Україні. Вітаю, героям слава. Не з чергових маніпулятивних шантажистських заяв Путіна я почну і дозволів від наших партнерів бити чи не бити, а з того, що, пам'ятаєте, ми з вами буквально позавчора говорили про те, що на Мурманщині неспокійно і якось Оленя під прицілом. І два дні поспіль таке тривало, 1800 кілометрів від України. Наскільки важливо кошмарити навіть у політико-психологічному плані військові аеродроми Російської Федерації, я вже мовчу про воєнну мету цих екшенів. Безусловно, важно. То есть тогда у тех, кто занимается, ну, как минимум, планирует защиту важных объектов в Российской Федерации, не только военных баз, но и заводов и разных других элементов ВПК, у них возникает вопрос, аж как теперь, куда теперь перетаскивать системы ПВО, если 1800 километров по прямой аэродром Оленя два дня подряд атакуется, причем там очень интересные звучат, ну, точнее, звучит интересный вой такой синхронный. Россияне не верят, что наши беспилотники могут долететь на такое расстояние, и кричат, что, мол, атаки происходят с территории Финляндии. Я просто напомню, там близко очень к границе финской. Но все их аргументы разбились о вторую атаку. Потому что во второй атаке по аэродрому, ну, подряд, которые были, аэродрому Оленя, беспилотники летели уже с двух сторон. С западной, там, где Финляндия находится, делали крюк на Оленю. И с восточной, там, где Архангельская область. То есть там-то точно Россия, она ж на восток, сколько там глаз хватает. И это говорит о чем? Что 1800 по прямой, по факту превращаются в 2200 с крюком. А вот это уже совершенно иная дистанция. То есть недавно же Кирилл Буданов, глава ГУР, говорил, что у нас уже есть кое-что, что может на 1500, но вот, судя по всему, на 2 и больше лететь. Поэтому это крайне важно. Кошмарить. Раньше, я не знаю, сейчас делают россияне так или не делают, но они перебазировали самолеты стратегической авиации дальней на другие аэродромы перегоняли. А это заправка, а это износ деталей, а запчастей там, ну, это же самолеты, которые еще с Советского Союза им достались. Они их не производят, вот эти Ту-95МС, Ту-22М3 и так далее. Они их не производят сейчас. Mm-hmm. Поэтому каждый подъем и перегон самолета на другой аэродром – это износ вот машины. Поэтому спровоцирует это все маленький, но гордый украинский дрон. То есть несоизмеримые затраты. И я еще раз повторюсь, невосстанавливаемые вот эти самолеты у России. К сожалению, в свое время, я специально справочку недавно поднимал, 59 самолетов-бомбардировщиков дальней авиации мы передали России. То есть вот часть из тех, которые взлетают и бомбят нас сейчас, мы передали в рамках разоружения и гарантий безопасности, в том числе и от наших партнеров. Та, оце ми раніше щось так могли, думали, що нічого не відбудеться, та і ядерну зброю відмовилися від неї, фактично здалися. І ось з авіацією також не все, слава Богу, було. Будемо сподіватися, що на майбутнє ми таких помилок вже робити не будемо. А ще, Борисе, знаєте, що мене просто дивує таке, що росіяни якимось дивним чином можуть далі поповнювати свій авіафлот, який вони втрачають завдяки успішному нашому відпрацюванню по їхніх коритах, на місцях базування і в повітрі, і не тільки. І от повідомляють їхній Ростех, звітує про те, що сушки 57-ї, 5-го покоління, буцімто вони можуть виготовляти, і Су-35С 4-го покоління. Я от учора жартувала в своїй програмі, що російські сушки будуть покарані? Так, звісно, будуть. І що як? Ну, от недавно один з ПЗРК, з катера, успішно один із бойців ГУР збив. И где-то в районе там, 80 километров от мыса Тарханкут вместе с двумя целыми капитанами, членами экипажа, эта сушка занырнула и не вынырнула больше.
Что касается пятого поколения, они не пятого поколения, эти самолеты. И в свое время индийская сторона вышла из проекта, потому что очень многие параметры этих самолетов оказались далеки от заявленных. То есть, специалисты, наверное, там в комментариях нам объяснят детальнее, почему не пятого поколения, но я тут не хочу просто время забирать. Что касается российских авиаразработок, нужно понимать, что процентов 80-90 деталей — это не российские детали. То есть, условно говоря, корпус они еще могут наштамповать, какие-то иллюминаторы, какие детали, узлы могут. Остальное все нужно закупать, докупать. Не зря они сдвигают сроки производства и новых своих там, гражданских лайнеров. Не зря, потому что просто нет деталей. Они, конечно же, сейчас у них все больше стало проблем. Я недавно авиасводку смотрел по количеству крушений. У них стало гораздо больше проблем, когда самолеты стали садиться, гражданская авиация, носом или хвостом полосу цеплять. Это потому, что там тоже заканчиваются определенные узлы. Россияне их снимают с других самолетов, которые они фактически украли. Когда-то, когда они начали полномасштабное вторжение, они 500 самолетов фактически украли. Потому что понимали, что они сейчас улетят и не вернутся. Сейчас они им приходится прибегать к вообще таким полутеррористическим методам, что ли. Лайнер сажают под предлогом того, что там какая-то на нем поломка, неполадка, и потом, собственно, все. Не в России это делают, в других странах, а потом запчасти они закупают. То есть какой-то такой уже у них безысходность, что ли. А засекретили количество аварий на гражданской авиации россияне. Почему? Да потому что сейчас будет сыпаться там абсолютно все, без деталей. Да, можно китайским каким-то компонентом заменить, можно еще как-то, но мы с вами прекрасно понимаем, что значит не оригинальную деталь. И самое главное, обслуживание же сервисное, плановое, техническое должно проходить регулярно, а не проходят эти самолеты. В общем, есть проблемы. И то же самое с военной техникой, с самолетами. Да, производят, конечно, часть, но совершенно не в заявленных количествах. И там всем периодически прилетает по голове за то, что, как это так, 30 самолетов обещали, 4 произвели. Знову чергові вундервафи, яких немає. Та й дійсно погоджуюся я, авіаційні експерти, що ні там п'ятим поколінням ніякими не пахне. Від слова зовсім погано. Звісно, що там західні компоненти досі використовуються, але тим не менше роблять все і західні союзники, щоб такий обхід санкцій якось нівелювався, хоча приватні компанії контролювати, ми розуміємо, майже неможливо. А Путін тут виліз, значить, і заявив своєму Зарубілю, який Зарубін, та у цьому своєму чи то журналісту, чи то що він з ним робить темними ночами, ніхто не знає, може й днями. Заявив йому, що дозвіл бити по території Російської Федерації західною далекобійною зброєю. Оце ж треба, яка нова заява. Каже Путін, це пряма участь країн НАТО у війні проти з Україною, яку веде Путін. Заяви диктатора Путіна про можливі удари України західною зброєю вглиб Росії і щодо того, що це буде пряме вторгнення буцімто НАТО і пряма участь НАТО залучення до ескалації, а просто покликані риторично вплинути на рішучість країн Заходу, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни в своєму свіжому звіті. Аналітики ЄСВІ звітують про те, що це ніщо інше, як просто ось таке потрушування повітря та і шантаж. Кремль раніше багато разів погрожував військову ескалацію, що Захід перед нею якісь пресловуті червоні лінії, але ніколи суттєво не реагував на надання США або Заходом військової допомоги, стверджують аналітики. Їхні Борис Помийки, оце як кремлівська табакерка, і не тільки, посилаючись на свої джерела в оточенні Путіна, кажуть, що Путін просто хотів дійсно намалювати нову червону лінію буцімто, але при цьому зробив і допустився серйозної помилки, тому що згадують, що ані по прильотах західної зброї по Криму, ані по території інших тимчасово окупованих територій на жодні кроки у відповідь Путін не йшов. А відтак це він нібито визнає, що то значить не Росія, і там лупіть можна, або просто показує чергову свою слабкість, що далі заяв його справи не заходять.
проходять. Наскільки помилково, безглуздо і абсурдно ницо знову і дрібно звучали ось ці його погрози до НАТО, що їх буцімто втягують у війну? Бо йому вже відповіли в Британії і не лише, що нам все одно, якби що ти говориш, це не означає втягнення нас у війну. Ну, вообще, там есть еще один важный момент вот в этом ответе. То есть, фактически, вот таким ответом, что сказал Путин? Он сказал, что переходит совершенно тогда война, если разрешить бить по территории России, переходит война в иной статус, и война с НАТО становится там чуть ли не стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями. По факту Путин сказал, что это не разрешение Украине бить, это НАТО будет бить западным вооружением, потому что программируют не украинские специалисты, данные спутниковой разведки дают не украинские специалисты. В общем, по факту руками натовских инструкторов, натовским оружием бьют по территории России. Ну вот он примерно так сказал, я упростил. Значит, вот этим своим заявлением, как вы правильно сказали, Ирина, Путин отказался от Крыма и Донбасса как российских территорий. Потому что по этой логике Storm Shadow и Атакамс программируются натовскими инструкторами и летят по Крыму и оккупированному Донбассу. Поэтому он по факту отказался. Мол, сказал, что есть российская территория, а есть не совсем российская территория, по которой вот это будет точно красная линия. Это раз момент. И второй важный момент. Путин фактически обнулил тезис, который так долго российская пропаганда прокачивала, что Россия воюет с НАТО. То есть Путин сказал, что вот это будет уже НАТО тогда воевать против России. А до этого, значит, получается, не воевала НАТО против России. Тогда вся вот эта история, 50 стран, натовские войска и так далее, ко-ко-ко, вот это все, оно обнуляется. Вот два момента. Конечно, Путин вынужден был выйти персонально уже и это заявить. А это уже говорит о том, что совершенно ему не очень хорошо. А с другой стороны, прекрасно, что теперь можно бить Путина его же методами. Ни Storm Shadow, а Поляныца. Мы не в курсах, ни Шахет, а Герань. Это вы не поняли на самом деле. Или, например, фотографии украинских военных в Лондоне. Наши инструкторы прошли успешно курс по программированию, Storm Shadow. Все, у нас есть теперь свои специалисты. Есть они, нет их. Это не твое уже дело. Все, мы объявили, до свидания. Это мы все программируем, это мы все запускаем. И это не западное оружие, а это украинская новая разработка. То есть вот то, что делала Россия, вот понятно, что там сейчас есть некоторые персонажи, которые из-под кровати выглядывают и думают, ой-ой-ой, страшно. Но поверьте, я думаю, в ближайшее время будут хорошие новости. А от чи будуть вони? Тому що ми ніби бачимо із усіх із західних медіа і відчуваємо по заявах і риториці наших західних партнерів, які до нас приїжджають і один з одним зустрічаються. Та Ентоні Блінкін у нас, Девід Лемі у нас, Ентоні Блінкін потім в Польщі зустрічається з міністром закордонних справ Сікорським. Сікорський тепер у нас зустрічається з мером Львова і не тільки. Будуть ось ці удари, будуть, хоч бодай дозволи, і наскільки вони будуть масштабними, Борис? Як вам відчувається, бачиться і знається? Я думаю, что это не будет в формате, вот выходит министр иностранных дел Великобритании на трибуну и говорит, я торжественно заявляю, сейчас вот идет отчет обратный, первый Storm Shadow полетит по территории России, и детки там в костюме ракет пляшут. Нет, так оно, конечно, не будет. Просто прилетит Storm Shadow по территории России, Россия скажет, нашли обломки, вот оно. Как это было? Помните, первый Атакамс, когда прилетел? Они, мы нашли обломки, суббоеприпас, созываем экстренно совбез ООН. Вот тут то же самое. Созывайте экстренно совбез ООН, давайте Небензю, выпускайте, как говорится, Небензю из пещеры, и пусть он рассказывает. А все там позевают и скажут, ну, расходимся, у нас обед. Вот примерно так оно и будет, мне кажется.
Оце буде дуже добре. І червоних, і ніяких ударів у відповіді теж, очевидно, що не буде. А для чого нам зустрічатися із Сі Цзіньпіном? І наскільки максимально в свою користь він може використати цю зустріч, якщо вона все-таки відбудеться між китайським лідером та українським президентом Володимиром Зеленським, про що повідомляв напередодні Reuters, посилаючись на Валерія Чалого, дипломата? Ну, вполне возможно. Ну, во-первых, Сі Цзіньпін – это главный спасательный круг российской экономики. Ну, плюс Индия, они уже сейчас примерно сравнялись там. Но если Индия товары двойного назначения, и вот то, о чем пишут американские СМИ, не грешит этим, да, нефть российскую перерабатывают. И, кстати, нужно добавить, что есть еще и следующее звено. Топливо из переработанной российской нефти успешно покупают страны Европейского Союза и не только. Так вот, Си Цзиньпин – это человек, который может повлиять прям очень конкретно на Путина и заставить его, заставить завершить войну. А нужно ему это или нет, вопрос другой. Да не треба ему заговориться. Да. Каков интерес, что мы ему можем предложить в данном случае? Здесь тоже нужно и важно понимать. Поэтому просто сказать, это несправедливо, надави на Путина, чтобы он прекратил войну. Конечно, нет, так оно не делается. Ну, мы понимаем, что там есть инструменты и рычаги, которыми можно давить сейчас, в том числе и на наших партнеров, дабы они давили, те, кто имеют рычаги, дабы они давили на китайскую сторону. Поэтому вот, наверное, вот так нужно идти. Но, конечно же, встретиться с Си Цзиньпином необходимо. Я думаю, что... Правда, на фоне заявления, что китайско-аргентинский мирный план – это какая-то... Ну, а он на самом деле и вправду. Китайско-бразильский, там... так? Китаю та Бразилии эти 6 кроков. Ой, да-да, простите, да, Китай ничего. И Бразилия. Ну да, Зеленский так сказал, что это на самом деле пропозиция. Чисто пророссийская бумажка такая. Да. То есть до этого мы африканские видели вообще там, где африканские страны и где их вообще... участие в мирном процессе. Им просто сказали, вот бумажка, иди отнеси туда, скажи, что это африканский мирный план. Поэтому, ну, понятно, что руками, но вот с Китаем все гораздо интереснее. Китай заинтересован, чтобы все-таки логистические процессы не нарушались. У него в китайском мирном плане там половина пунктов чисто для Китая. Не трогайте логистические процессы, а читаем логистические цепочки, сразу понимаем, что один пояс, один путь, проект, который загибается, из которого уже выходят даже развивающиеся страны, которые, а Китай очень серьезную ставку на этот проект делал. Поэтому, и плюс сейчас все больше и больше проблем, в том числе и с оплатами. Наконец-то десант финмониторинга проехался и по странам Центральной Азии, республикам, и Китаю с Индией помахал ручкой. И теперь там, ну, хочешь не хочешь, а 30 миллиардов в России минус за счет того, что оплаты не могут проводить друг другу. Там и количество рупий сумасшедшее подвисло, и юань с юанем там тоже не все в порядке. Ну, в общем, работает. Борисе, ми і 2 хвилинки буквально, ви згадали Індію. Ми Індію згадували як можливого потенційного також посередника на переговорних процесах, як країну, яка може долучатися. А для чого нам допомога Індії, яка насправді і не збирається припиняти користуватися дешевими нафтовими ресурсами Росії, не тільки веде з ними велику торгівлю, фактично таким чином, так чи інакше, попри заяви про повагу до територіальної цілісності і суверенітету, які лунали від Нарендри Моді, індійського прем'єра, який був у нас с визитом, все одно преследует свои экономические интересы. Ну, как бы цинично это ни звучало, это абсолютно нормально. То есть из Индии война у нас тут, она видится очень далеко и очень призрачно. У них своих проблем хватает. То есть давайте представим, что Индия с Пакистаном бы сейчас воевали. Ну, да, и мы бы так... И мы такие, ну, мы очень переживаем, что там воюет Индия с Пакистаном и так далее. Ну, это очень цинично, но это правда. То же самое, я всегда пример сирийской войны привожу. Вы каждую ночью просыпались и думали, как там, что там в Сирии происходит. А там были ковровые бомбардировки. Причем теми же самыми
российскими военно-воздушными силами. Алеппо стирали с лица земли. Ну, в общем, для чего Индия? На самом деле, санкции, которые введены, и ограничения, они эффективны. Просто если заставить их соблюдать. Никто не заставлял, в том числе Европу и там, Индию, естественно, отказываться от российской нефти полностью. То есть, да, Европа взяла курс на отказ от российских энергоносителей, не вся правда. Поставили потолок $60, чтобы вот 40-42 себестоимость добычи, чтобы Россия получала прибыль. Ну, условно говоря, гуманность в чем? Вот эти 20-18 долларов, это там, чтобы россияне не умерли с голоду, вот это им. Понятно, что Путин, выбирая, умрут россияне с голоду или дальше воевать, выберет дальше воевать. Конечно, да. Да, поэтому... Но не соблюдаются санкции. Здесь вопрос в том, что нужно, наоборот, ужесточить контроль за соблюдением. Уничтожить теневой флот российский, почти уже 2000 танкеров, который позволяет России сверхприбыль получать. 100%. И это можно сделать. Это же не так сложно. Дания прекрасный вариант предлагал. Из северного порта этого, там из Санкт-Петербурга, где это тучит луга, 50% всей этой нефти, которая на теневом флоте перевозится, уходит. Дания блокирует проливы. Вы мимо Дании не вывезете из России, если будет заблокирован пролив. Но вообще все это можно сделать. Вопрос, кто хочет, а кто не хочет. Та 100% було би бажання так реалізувати, є можливості та важелі. Борисе, дякую вам, що у вас завжди є бажання з нами поговорити, за ваш час, за вашу аналітику. Побачимося вже наступного тижня. Бережіть себе, до зустрічі. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, була з ним я, Ірина Узлова. Друзі, підпишіться, будь ласка, на YouTube Бориса Тізенгаузен великими синіми літерами просто під цим відео. І на YouTube 24-го теж не забудьте, будь ласка, підписатися. Всі ці ваші дії дозволяють нашим розмовам просуватися просторами YouTube і просто приємно, коли вас із нами більше. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.